2020 объявляется открытым! Привет, друзья! Ну, вот мы и в Барнауле. Сколько тут старых знакомых! Ой, новых лиц как много! Ну что, Акума-сан, на этот раз наш фестиваль пройдет спокойно. Мы уже побеждали вашего брата, вашу депрессию и самого Таноса в придачу. Ой, да конечно, все в этот раз пройдет спокойно. Акума-сан, у меня тут такое дело. Знаете, у моей подруги такая проблема. Она не знает, что подарить своему парню на 14 февраля. И я не знаю, что такое любовь. О, Акума-сан. Ну, а зачем мне это знать? Ну как? Это же лучшее чувство на Земле. Это то, что должен каждый испытать. Ну, не знаю. Нет, ну, а как помочь ему понять? Это же просто невозможно. Хотя, к нам как раз приехали наши замечательные жюри, которые точно знают, что это. Главный организатор геймеровского фестиваля «Кроссовер» Павел Колесников. Павел, просим вас на сцену выйти. Замечательный танцор, основатель кей-поп-школы в городе Кемерово. Прекрасная отжи. Музыкант, саунд-продюсер, человек с тонким музыкальным вкусом Ярослав Логвинов, жюри номинации «Караоке». Многоуважаемая жюри, вы люди, безусловно, компетентные, приехали к нам издалека, в жизни много повидали, поэтому мы хотели бы у вас по очереди спросить у каждого, что такое любовь, как вы понимаете это чувство? Как внезапно, тут сложный вопрос. Так сразу пришел на развлекательный фестиваль, а тут тебе философские вопросы задают. Ребят, любовь, она большая, она всеобъемлющая, она как вселенная, она разная. Она полностью может завладеть вами, а может лишь на маленькую-маленькую капельку вас проникнуть. И я считаю, что нас тоже, наверное, всех здесь, в этом зале, сегодня объединяет любовь. Любовь – это большое и важное чувство. Любовь бывает разная. Бывает к себе, к семье, к девушке, к парню, к человеку, к собаке. И самое главное, что объединяет нас всех, это любовь к творчеству и гик-культуре. А я вот, я не подготовился. Это тоже любовь, да. Но на самом деле, как я считаю, все-таки любовь – это такой огромный пинок под зад, который заставляет тебя что-либо делать. Приезжать за 500 километров, чтобы посидеть в жюри, дедлайном шить всю ночь, чтобы выйти на сцену ради одной минуты, учить по 3 месяца танцы, ломая ноги и руки, чтобы выйти на 3 минуты на сцену. Наверное, все-таки это часть любви. Большое спасибо. Самыми горячими и громкими аплодисментами проводим наших дорогих жюри. Хотя, ну вот, ладно, люди, конечно, умные, вот много в жизни видели, но вот мне этого мало, я все равно не понимаю. Мне нужен серьезный и исчерпывающий ответ. Кажется, я знаю, кто нам поможет. Нам поможет древнейший медведь. Кто меня звал? Пап, привет. Это ваш папа? Ну, в общем-то, да. А вы похожи.
Сына, чё хотел? Пап, тут такая история. Что такое любовь? Каждый понимает это по-своему. Есть лишь один способ понять это. Наверняка, но способ этот довольно сложный. Добыть шкатулку Пандоры. И добыть ее наверняка непросто. Конечно, непросто. Нужен огромный энергетический выброс. Огромный, энергетический, эпический. Ну, думаю, как раз-таки это мы можем устроить. Ведь прямо сейчас стартует первый блок группового косплей-дефиля.